Свыше 130 тысяч школьников Ленинградской области выучат формулу безопасности. При поддержке Министерства транспорта России в 47-м регионе Санкт-Петербурге запустили новый проект. Социально ориентированный конкурс, цель которого – привить детям правила поведения в транспорте и на объектах транспортной инфраструктуры. У нас есть много случаев травматизма. Я не хочу нагнетать обстановку. Это и попытки сделать селфи на крыше поезда, это и перебегание перед машинами, сейчас там какая-то новая такая тенденция и увлечение. То есть огромное количество различных нарушений, как раз именно детям дать возможность изучить, что это за нарушение, как вести себя правильно, можно, на мой взгляд и на взгляд Министерства транспорта, именно в игровой форме. Ну, во-первых, это не разовая акция, мы планируем, что этот конкурс станет ежегодным. По Санкт-Петербургу, Ленинградской области мы проводим эксперимент. То есть это эксперимент, который, если будет успешен и найдет отклик в сердцах детей, мы очень надеемся совместно с Министерством образования, что данный конкурс будет проходить в дальнейшем на территории всей России. В рамках проекта школьники побывают с экскурсиями в тематических музеях, чтобы узнать историю развития транспорта. Изучат правила безопасности на местах в морском порту, на железнодорожном вокзале, в аэропорту и на борту настоящего самолета. К сожалению, Ленинградская область входит, наверное, в десятку регионов России и объективно входит, где достаточно высокий травматизм в дорожно-транспортных происшествиях. Объективно у нас, наверное, самый высокий поток движения и по железной дороге, и по автомобильным дорогам. Сегодня мы проводим и большую работу в образовательных организациях. У нас центр Ладога есть, наше государственное бюджетное учреждение, расположенное в Разметелево. Мы получаем специальные классы через Министерство Российской Федерации для обучения детей безопасному поведению на дорогах, на транспорте. Это мы тоже делаем. На конкурсе «Формула безопасности» школьники с 1 по 11 классы представят рисунки, фотографии, арт-объекты и видеоролики. В качестве награды лауреаты примут участие в мастер-классах и тренингах известных деятелей искусств.